Уже три недели учащиеся шестых, одиннадцатых классов находятся на дистанционном режиме обучения. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Поэтому С. Собянин продлил дистанционное обучение учащихся еще на две недели с 9 по 22 ноября. У нас в седьмом классе разделилось мнение родителей, некоторые говорят, что это правильно пока побыть на дистанте, другие же собирают подписи и заполняют чат гневными высказываниями по поводу дистанционного обучения и всеми силами пытаются что-то сделать, чтобы очное обучение возобновить независимо от обстановки. Вот такая ситуация получилась у нас с ребенком во втором классе. Мы после осенних каникул пошли в школу, проучились неделю и сели на карантин по ковиду. Также заболела и наша учительница. Когда две недели прошли мы организованно всем классом пошли в поликлинику сдавать мазок на COVID-19. В результате 11 человек с положительным тестом, у которых нет симптомов. В очереди на анализ, конечно, дети общались между собой, хотя были в масках, только вот защищает ли обычная маска от ковида. На этот счет тоже мнения родителей разделились. Сейчас так как заболело больше 20% класса продлили дистанционное обучение на неделю, но это по желанию, кто желает может посещать школу. Заразятся ли остальные дети – это большой вопрос. Вот она, палка о двух концах. Сейчас в класс ходят 3-4 человека, и параллельно ведутся дистанционные уроки. Кто хочет выйти в школу, тому обязательно нужно будет предоставить отрицательный результат на COVID-19 и справку от врача, что ребенок здоров. Вот теперь при такой ситуации, наверное, лучше все же сидеть дома, чем ходить, постоянно сдавать мазки и посещать врача, чем закончится еще эта история неизвестно. Причем это уже второй раз первый карантин мы отсидели еще до каникул. А какое мнение у вас родители, как вы расценивает эту ситуацию, которая сейчас происходит с обучением детей? Делитесь впечатлениями.